Короче, мне написали из Roblox и попросили придумать песню про Майнкрафт, которая настроит фанатов друг против друга. И это просто шок, потому что за это мне пообещали заплатить 1 миллион рублей. И я не стала отказываться. В Майнкрафт играть я не умею, поэтому пришлось сначала посмотреть все видео на Ютубе, чтобы понимать какие-то сленговые словечки и написать песню. Но это оказалось очень сложно. В Роблоксе все просто. Задонатил деньжат и кайфуешь себе. Ха, собственно, про это я и напишу песню. Когда я приехала на студию записывать диск на Майнкрафт, я была в шоке. Потому что в это же время там записывали свои песни другие майнкрафтеры. Попробуйте угадать в комментариях, кто это был. Когда Roblox одобрили текст песни, я заказала клип. Мне обещали нарисовать настоящий мультфильм про Roblox и Майнкрафт, но обманули. Я заплатила деньги и 3 месяца ждала, когда мой мультфильм нарисуют. Ругалась и очень-очень злилась на аниматора. Думала, что клипа уже не будет, ведь его обещали сделать за месяц. Но вот спустя 4 месяца клип готов. Вы просто посмотрите, как он красивый и как качает. Кстати, посмотреть его уже можно на моем канале. Ищи ссылку в описании. Честно сказать, я ожидала, что в комментариях будет настоящая война между фанатами Roblox и Майнкрафта. Но все почему-то просто пишут, что у меня прикольный трек. Поэтому Roblox заставил меня вернуть им деньги и удалить клип с канала. И знаете, что самое ужасное? Клип я все-таки не удалила. И спустя месяц его увидели фанаты Майнкрафта и стали мне угрожать. Мне стало страшно, и поэтому я решила уехать подальше из города. Но они меня уже нашли. Оставили записку с угрозами под дверью, что если я не удалю клип, они взломают мой аккаунт в Roblox и раздадут все мои донаты подписчикам. И знаете что? Я не переживаю за свой аккаунт. Я боюсь, что они взломают мой канал, и вы не успеете посмотреть классный клип, который мы сделали на песню про Майнкрафт. Поэтому нажимай скорее ссылку в описании под этим видео и беги смотреть клип, пока его не удалили. А еще напиши в комментариях, кто в итоге круче, Roblox или Майнкрафт?